Ребята, всем привет, с вами Александр, и у нас атака спинораптора. И не забудь перейти по ссылке в описании на канал Jurassic World, там у нас выходят все видео про динозавров. Переехали туда. Так, у нас тут спинораптора, ну, в общем-то, спинотораптора, вот так правильно, спинораптора на Jurassic World The Game, а здесь у нас спинотораптора Ютораптор, так, скорость 126, 128 и 122. Вот такие вот у нас показатели скорости. Может, давайте заглянем, какую команду взять. Вот, хочется мне взять спинича вот. Вот сюда. Интересно даже попробовать, как покажет себя, может... Вот, блин, куда я зашел? Опять куда я зашел? Да эта кнопка, загорись. Вот хочется мне вот этого парня попробовать. Давайте сейчас какую-то команду попробуем. Хотя 30 уровень, блин, сколько у нас там попыток. Пролететь тоже неохота. Они же все-таки уровнем повыше моего. Блин, это я, наверное... Наверное, не пойдет. Как бы вот так сходить. Давайте, ладно, попробуем так. Должны затащить, у меня все-таки трики хорошо так вкачан. Блин, а там у них кровотечение. Так, но у Брахича у нас иммунитет. Ну, Ардентис Максима. Так зовут нашего брахиозаврида, гибрида. Ой, как больно-то он ударил. Так, следующий удар у него будет с кровотечением, да он, пожалуй, нас и похоронит. Снижение урона у него будет. Давайте двойной урон. Ну, не убьем, но рядом. А это нас точно похоронит. Ух ты, как это... У него есть усиление, что ли, оставалось? Так, ну этот парень быстрее всех. Делаем вот так. Сейчас, в принципе, можно уйти в невидимость. А, мы его и так пробиваем. Все оказалось довольно легко. Давай, в невидимость, и попробуем его пробить одним ударом. Так. А, ну и даже вот так. Ой, сейчас будет много урона. Шестерочка. 6200. Ха-ха-ха. Тю, легкотня. Эрли Доминус тут всех раскидал просто. Так, ранящий удар. Это значит, что у нас здесь существа с кровотечением. Ну да, спинозавр эпический, мод 2, дарвиноптер и зухататор. Медленный, быстрый, не особо быстрый, кстати. Ну вот, мне хочется взять вот так. Давайте возьмем и пойдем. И начнем с нашего зауропода гибрида. Он, кстати, довольно-таки неплох, еще и с иммунитетом. Посмотрим, сможет ли он завалить хотя бы кого-то. Так, здесь 129, кстати, хорошая скорость. Но уровень у нас ниже, потому как бы. Замедляем. Так, что нам тут будет прилетать? Следующий удар уже будет с подмена с кровотечением. Но у нас иммунитет, нас это не колышет, но он подменится. Потому что нужно нам поставить щит, значит. Ладно, давайте щит. А, это же не тот щит. Блин, это один щит непобедимость, да, по-моему?
Нам. Ну, 20... неплохо он держится. 21 против 27-го. Так, вот это, конечно, уже нехорошо. Это мы уже не выдержим. Ну, можно было, да. О, ничего себе, не ожидал. Не ожидал, блин, ну контратаки нет. То есть, как бы, мы сможем поставить щит. Допустим, но... Вот, Зухататор. Вот, Зухататор. Но он быстрее, мы ничего, к сожалению, сделать не можем. Ну, но он завалил. Это Ardentis Maxima был. Так, теперь Эрлика Спикс против Зухататора. У него что, иммунитета нет? У нас, собственно говоря, тоже. Не знаю, давайте вот так. Сейчас нам кровотечение, да, прилетит. Да, ну... Ладно, мы ответим, наверное, тем же, да? Блин, он такой-таки живучий. И потом двойной урон, пожалуй, будет, если мы переживем. Ах ты ж гад, еще и снизил нам скорость. Вот это обидно получилось. Да, не получилось походить, но в принципе все неплохо. То есть мои более низкоуровневые собратья хорошо себя проявили. Ну вот этих, например, добьют без проблем. Кто там следующий? Ну, Трикет здесь вообще решалово. Без проблем всех разберет. А, обычный спиннич появился, но у него скорость 122. На тебе, да и все, иди спать. Ну, вот и все.